Мне когда говорят о том, что там я занимаюсь там и занимаюсь руками по Брэбери Хайнен или по Барбаре Стайнен, я не помню ее фамилию, то я обычно начинаю улыбаться. Почему? Потому что этим вылечить человека нельзя, обмануть можно. Дальше там сверху огненная энергия, снизу смешалась с землей, вверх потом, я не помню, как это называется, смешалась там с небом, после этого мое веление полное исцеление и так далее. После этого эту энергию внедрять в другого человека и так далее. Это все механика, она, если не цепляет душу, если не цепляет тело, то помогает только временно, одну секунду. Во многом там человек говорит: Андрей Андреевич, если у меня дар целителя и так далее, дар перетягивать на себя болезни любого человека есть у каждого человека. А вот стать целителем — это уже тонкая энергия, тонкое знание, и это очень, ну, очень яркий такой труд, этому можно обучаться. Все вот эти методы, я их все даю и ими обучаю людей. Что я сделаю в самом конце? Вы получите ту энергию, которая танцует над нами, и там в ней находятся все программы. А та энергия, с которой я работаю напрямую, я ее каждый день вам обратно отдаю. Та энергия, которая, в которую внедрены те программы, вот эти коды, первопричины, там, пентакли и так далее, это все сверху. Вы еще это не получили. Вы это получите в последний день, когда я отрежу программу и когда она в вас войдет. Вот когда она в вас войдет, начнется уже жизненные изменения, связанные с улучшением. А сейчас это все идет вот как бы в такой более мягкой форме. По-настоящему изменения после закрывания программы.